Слушай, всегда круто с тобой поболтать, ты веселый, немного сумасшедший человек. Люди думают, что знают меня. Да, да, именно. У тебя вся голова вспотела. Сейчас исправим. И чем же нам заниматься 2 часа и 2 минуты с Джимом? Мы можем изобрести новую форму путешествий. Это работает. Можем еще вот так сделать. Это шоу Ронма. Ромма нашел. Ой, как здорово, бро, ты же сломал букву, а? О, чувак. Извини, мужик. Слушай, люди обожают тебя. Стоит тебе только появиться. Я тоже вас люблю. Особенно вот этого паренька. Че это ты такое показываешь? Это что, знак какой-то банды? Ой, типа ты не знаешь. Не знает он, что это за знак. Ага. Ты не знаешь, Джимми Фэллон не знает, Дэвид Леттерман не знает, ни один комик не знает, что это такое. Друзья, вы только что посмотрели 4-й выпуск пятничного Джима Керри на канале Тимур и его новости. Ровно через неделю вы узнаете, что за странный символ демонстрирует нам старина Джим. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм, чтобы читать эксклюзивные материалы. Дальше будет много интересного. Благодарю всех за обратную связь.